Я вырезала эти два домика из листа бумаги А4, вот такого вот набора LemonCraft Joy to the World. Я буду использовать здесь эту сторону, а здесь я буду использовать вот эту сторону. И также мне понадобится два кусочка бумаги, которые я буду декорировать с помощью трафарета и текстурной пасты. Пока паста не высохла, присыпаю микробисером и еще присыплю глиттером. Можно вот так немножко поприжимать пальчиком, чтобы микробисер внедрился в пасту и наверняка уже не отклеился. Теперь будем ждать, пока эти кусочки высохнут. Пока паста сохнет, я сделаю с помощью машинки для вырубки 4 круга вот из такого листа обложки альбом наборчика 15 на 15 сантиметров. Края кругов я декорирую с помощью серебряного глиттера и буду приклеивать его на прозрачный медиум. Мои заготовки высохли, и я немного подкрашу их с помощью спреев Линдис. Вот такой результат у меня получился.